Именно этот район Индии является колыбелью катхака. Многие движения стиля катхак имеют свои прямые корни у народных движений Раджпутаны. Однако во время постановки и освоения, собственно, народных композиций мы столкнулись с серьезными трудностями. Сложно было все – и пластика, и пространство, и характер. Все-таки мы станцевали этот танец в январе этого года на концерте, который был проектом фонда Нрити Сабха, посвященному Дню независимости Индии. Гхумар – дословно поворот. Весь танец построен на постоянном вращении во всех направлениях. Медленный в своем музыкальном аккомпанементе, за счет всех вращений он создает ощущение бесконечности движений, плавности и скорости одновременно. Очень оригинальный костюм только подчеркивает неординарность и самобытность танца. Итак, исполняют Кардашова Юля, Гончарова Юля, Кула Мария, Корость Екатерина, Туласи Светлана, Цыганова Елена. Mm-hmm.